Ребятки, привет! Сегодня мы выбрались в Галилею и движемся к крепости Манфор. Я нашел такую компанию, которая вот предоставляет поездку сюда. Сегодня суббота, прекрасная погода. Посмотрите на эти виды, посмотрите на эту красоту. Просто нет слов. Вот у меня нет слов. Я первый раз. Чувство меня переполняет. Группа, кстати, собралась. Не маленькая, полный автобус, все с этим в порядке. Я хочу сказать, что возрастная группа для такого похода, а это где-то возьмет 5-5,5 часов с перерывом. От детишек до 75, где-то так, я бы сказал, группа состоит из таких вот туристов. Она растянулась ввиду того, что мы делаем фото, видео. Все расползлись, разбрелись. Посмотрите, в каком окружении природа. Просто красота. Мы идем в крепость, которая была штаб-квартирой Тевтонского ордена крестоносцев. Все мы покажем, все увидим. Я просто разделю данное путешествие на несколько частей. Сейчас хочу просто рассказать о самой местности. В двух словах показать концепцию отдыха. То есть вот группа расползлась, растянулась. Все счастливые, все радостные люди. Вот. Все в порядке. Да давай не экран. Потом, когда надо будет сюда сделать. Смотри, с агентом у тебя есть кто-то, кто за это отвечает, связывается с компанией. Ты сама не если плохой английский, сложный, можно брать на сайт. Но это считай, что ты сама переписываешься. Единственное, наверное, хотел бы по организационным вопросам сказать, что, да, наверное, стоит позаботиться об удобной обуви, в воде, шапках и защитных кремах, так что. Первый наш переход займет где-то 3 часа. 3 с небольшим, мы побудем под открытым солнышком. Погуляем по этим прекрасным местам. Посмотрите на это цветение. Посмотрите на этих расслабленных людей. Счастливые израильтяне. И я счастлив быть с ними рядом. Приятно. Все отлично. Спасибо. Просто посмотрите. Вот. Все, все что-то. Вот все да что-то. Да все что-то цветет. Дубы, оливы и еще куча всяких, мне неизвестно, деревья, растений, которые цветут. Давайте немножко пройду вдоль группы, посмотрим. Просто на красоту. Ребята, просто смотрите на красоту. Тут, наверное, нечего мне добавить. Просто посмотрите. Снимайте тапок. Немного нагоним группу, посмотрим. Ну что, ребят, кто-то помнит фильмы о сказках и о вордалаках? Ребята, посмотрите на этот лес. Посмотрите, я не знаю, насколько я люблю лес. Только с тобой согласен. Но должен сказать, что вот такого удивительного я не видел еще. Никогда. Ребята, просто что-то с чем. Посмотрите, в этом смысле группа непрофессионально. То есть есть сопровождающий и есть гид. Гид ведет саму экскурсию, сопровождающий организует все организационные моменты. Все с этим в порядке. Стоимость демократичная. Все-таки мы проехали всю страну от центра до северных ее границ. То есть тут уже неподалеку и Ливан. Не так уж за горами и Сирия. То есть мы в неком, конечно же, я бы сказал, божественном месте, что ли.
Просто смотрите, просто наслаждайтесь вместе с нами. Я прибавлю немножко шагу. Хочу сделать свое видео из нескольких частей, так как само путешествие состоит из трех основополагающих таких объектов, на которых мы задержим свое внимание. Я сейчас просто хочу показать саму концепцию, как группа, как что. Вот смотрите, ребятки весело едут. Молодцы. Просто отлично. Ребят, просто отлично. Отличный день, просто прекрасно. Отлично. Красота. Я первый раз. Да, вы правы, вы правы. Но так красиво, плюс к не работать. Да. Вот тамплиеры так шли, тащили сундуки с золотом и думали, господи, что так тяжело тащить. Ну, то есть вот ошли так лениво наперевес с сабельками и думали, кого бы тут порубить еще чуток, кого бы чуток ограбить. У него, кажется, золото опять тащи, ну его нафиг. Лучше ни до кого не дотрагиваться. Ну да, ну так вот. Скажем, хотя бы неделю спокойно, к выходному, там уже под вино пошло дело. Деньги свои хранили. Да, да, я знаю. 30 назад еще искал их. Нифига не надо. Плохо искали? Не знаю. Не получилось. Ладно, хорошей им прогулки. Пойду еще всю остальную группу немножко подсниму. Может все быть. Спасибо. Хорошего дня. Хорошей прогулки. Отличная группа. Вот попалась. Ребята хорошие просто. Вот знаете, в дороге, как всегда, есть какие-то организационные моменты. Кто-то что-то. Вот настолько сейчас все сглазилось. Моментально все. Никаких, все, вот абсолютно никаких минусов. Смотрите, просто я хочу сказать, ребят, поймите меня правильно. Я хочу сказать, что вот эта эпидемия, она породила множество всевозможных компаний, которые стали развивать альтернативные виды туризма и альтернативные маршруты, что самое главное. Это, простите, лавровый лист? Нет. Ребята, это лавровый лист. Первый раз в жизни вижу. Ой, вот он с этими заборами. А там какой-то какой. Ну вот, ребята, кому за приправкой, вам сюда. Отличный просто сегодня денек. Ну, пожалуй, я тут прервусь. Потом я включу, мы продолжим. Будем двигаться вот такими частями. Просто... Вот посмотрите на саму нашу группу. Никто никуда не бежит. Все в хорошем настроении. Все шикарно. Погода отличная. Настроение отличное. Суббота. Ну что еще нужно для жизни? Спасибо организаторам. Спасибо моей супруге. Ее сегодня нет рядом, но она всегда со мной рядом. Она мой финансовый директор, всегда рядом со мной, всегда. Она в моем сердце, всегда идет рядом со мной. Ребятишки, всем хорошего отдыха, включимся чуть-чуть попозже.